Всем здравствуйте! В Шымкенте радость! В город вернулся всем известный красный трактор. Это старинный трактор, который стоял возле музея, что на улице Советская. Трактор-универсал был передан в дар нашему городу от колхозников колхоза имени Владимира Ильича Ленина Сайрамского района Чимкентской области. После того, как большая часть библиотеки была перевезена в Туркестан, трактор, конечно же, отправили назад, в Сайрам. Благодаря нашему акиму Мурату Дусимбековичу Айтенову и настойчивости Натальи Сергеевны Романовой, что является директором библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина, трактор на родине. Ура! Вот, Наталья Сергеевна, сегодня 27 февраля 2023 года. Вот цеху трактор стоит. Вот ребята занимаются, уже начали реставрацию. Здесь просто темно, сейчас не видно. Сейчас вот краску убирают. И все уже, в ближайшее время будет готово, дай бог. Сейчас вы увидите много видеокадров о тех людей, которые занимались этим трактором, которые находили место, готовили его, которые несколько месяцев его полностью реставрировали. Он им слоем санамагамыз, брат, он им без глинимыз, потому что был канча жылдан, 45 жылдан бер, каяқта тұрмады был, кім қарамады оған. Красный трактор был, да, красный. Красный трактор, вот трактор красный. Thank you.
ущерб будет был. Ай, нажал на прыгалет два? Ай, нажал на прыгалет два? Конечно же, возвращение нашего красного трактора вызывает кучу эмоций у всех.